Всем привет, друзья, на связи снова Дровивка. Продолжаем играть с вами в Call of Duty 1, проходить кампанию, и вот у нас осталось совсем чуть-чуть. В прошлой миссии у нас было январь 45 года. Как мы знаем все, война закончилась 9 мая, получается. День Победы. Как раз нам нужно, точнее, мы все ближе подходим к этой дате. И это у нас уже 21 миссия. Понеслась. Ну, да, мы продолжаем здесь же. Сейчас мы этих пулеметчиков уберем. Все, что ли? Ух ты, блин, сколько их тут, нифига себе. Одного магазина хватает вполне для убийства четверых. Блин, танк. Танк выехал, нифига себе. Нормально. Так, а что надо сделать? Воссоединиться. Как мы воссоединимся, если там танк стреляет? А нету никаких бронебойных. Нету никаких. А как тогда? Напрямик? Напрямик бежать? Давайте сохранимся. Перед тем, как сделаем... хотя, что я сохранился-то? Вот же. Барат я. Вот и все. А где? Пошли вперед теперь. Ой, блин, это я зря сделал. Это я зря сделал, да. Блин. Блин, я так и знал, а. Ладно. Они вон повылезали оттуда. Уроды. Тут он стреляет. Нет, не попал. Не попал. Так, надо поаккуратнее, а то у меня патронов мало остается совсем. Ой, зря выстрелил, нечаянно. Так, есть. Ух ты, смотрите, сколько их там, нифига себе. Так, все, постреляли маленько.
теперь можно красиво заходить. Заходить и убивать. А это что? Удержите, чтобы поменять снайперскую винтовку. Не, не будем. У меня патронов нету, прикиньте. А нет, уже есть. Уже есть. А здесь что у него? Здесь у него вообще пистолет был. Пистолет нам не туда и не сюда. О! Еще бы жизнь сейчас бы намутить какую-нибудь. Хотя бы чуть-чуть. А вот и жизнь, отлично. Так, что нам сделать? Встретиться с единицей 4-й армии в окрестности заводского комплекса. Это мы делаем. Сейчас плакаты посмотрим еще. Какие плакаты, конечно. Сзади, что ли? Сзади, сзади. А, вот. Прям расстрелял их. Полностью 30 патронов потратил на всех. Блин, там еще... Пора выдвигаться. А это наше. Ну все. Огонь по готовности! Ты еще жив? Ну, хорошо. Это хорошо. Хорошо для тебя. Мы должны поскорее выбираться отсюда, пока артиллерия не заработала снова. Та-дам! Довольно-таки нетрудно оказалась миссия. Прошли мы. И с вами уже встретимся в следующем ролике. А вам спасибо за просмотр. Ставьте лайки, жмакайте на колокольчик, чтобы знать, когда выходят новые ролики. Подписывайтесь на канал. До новых встреч. Пока-пока.